Все победили, состоялись очередные поединки Кубка Салея Гомель. Первый официальный домашний поединок в сезоне начал бодро. Первый период матча против Витебска рыси оставили за собой. Разводовский, Кучкин и Додонов сделали счет 3-0. Во второй и третий поединка соперники обменялись заброшенными шайбами. Разводовский оформил дубль, Ковалевич забросил за северян. В третьем периоде Левко и Егоров вернули интригу в поединок, сократив отставание гостей до минимума. Надежду Витебска на овертайм похоронил Ревенко, не без труда поразивший пустые ворота гостевой команды. Победа Гомеля 5-3.